5 сладостей, которые привлекают в дом достаток и благополучие. Быть сладкоежкой не так уж и плохо. Именно сладости приносят в дом материальное благополучие и богатство. Давайте узнаем, какие именно сладости в вашем доме привлекут к вам достаток. Номер 1. Мед. Мед – это символ трудолюбия, обладает сильной положительной энергетикой. Славяне использовали этот продукт как плату богам при проведении ритуалов. Его преподносили повитухам в качестве платы за их услуги. Мед считается магнитом для финансового благополучия. На его основе существуют сильные магические обряды для привлечения богатства. Наши предки смазывали им косяки дверей и угощали домового для получения его расположения. Номер 2. Блинчики с корицей. Корица сама по себе обладает сильной энергетикой и повышает жизненные силы. Простая приправа способна принести удачу не только в финансах, но и помочь в поиске второй половинки. Существует легенда о том, что свои магические свойства корица переняла от птицы Феникс, которая возродилась из огня на ветвях этого дерева. Считается, что если ваш кошелек будет наполнен ароматом корицы, потраченные деньги, подобно Фениксу, будут всегда возвращаться к вам. Блинчики – олицетворение солнечного начала. Именно они являются символом масленицы, прихода весны. Сочетание двух сильнейших энергетических начал – солнца и жизненных сил – наполняет жилище положительной энергией. Добавьте к корице щепотку мускатного ореха, и это усилит ее свойства. Готовить блюда нужно с любовью, дабы не нарушить их гармоничного влияния на энергетику дома. Номер 3. Виноград. Виноградная лоза в Италии – символ благополучия. Это почитание винограда появилось со времен, когда лоза была основным и единственным источником дохода для местных виноделов. Для привлечения богатства поставьте на кухне вазочку, веточку винограда. Ее надо срезать именно весной, когда виноград переходит в фазу активного роста. Его энергетика принесет приумножение материальных ценностей в доме. Номер 4. Сахар. Ничего удивительного в том, что обычный сахар может стать залогом роста финансового состояния, нет. Сахар занимает отдельное место в магии привлечения богатства и обретения семейного счастья. Продукт этот практически противоположность соли, рассыпав которую мы готовимся к ссорам. Рассыпанный по углам сахар, наоборот, приносит гармонию семейного очага. Предки часто использовали сахар в магических ритуалах и заговорах. Для привлечения удачи в дом поставьте на стол сахарницу с кусочками сахара рафинада. Номер 5. Конфеты. Любимые детские сладости могут повлиять на количество денег в вашем кошельке. Для этого нужно просто спрятать конфету под подушку. Возьмите лист бумаги, запишите ту сумму, которая вам необходима для решения финансовых проблем. Сложите его в конверт вместе с конфетой, неважно с шоколадной или карамелькой, и на ночь положите конверт под подушку. Утром спрячьте конверт в укромное место до получения суммы. Когда деньги придут к вам, закопайте конверт или выкиньте в реку, а конфетку положите под дерево. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.